107 новых придорожных комплексов возвели в республике в прошлом году. Еще 150 построят в этом. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства, глава Минэкономразвития региона Рустам Муратов. Также в прошлом году модернизировано 109 действующих комплексов. В этом году обновят еще 150. Ранее власти республики снизили порог инвестиций для проектов вдоль региональных и межмуниципальных дорог до 20 миллионов рублей и критерий масштабности с 25 до 15 рабочих мест. В настоящее время в проработке находятся инициативы 64 инвесторов по реализации 78 проектов. Объем вложений оценивается в 8 миллиардов рублей.